зараз обіцяний сюрприз для всіх наших телеглядачів, для тих, хто не спить. У нашій студії привіт і зв'язок із містом Нью-Йорк, а на зв'язку наша улюблениця Тетяна Рубіс, екс-ведуча телеканалу «Миколаїв». Танечко, вітаю тебе, люблю, цілую, обіймаю, рада тебе бачити, таку красиву, таку натхненну. Доброе утро, Галечка, очень рада видеть, я скучаю по телеканалу «Николаев», и мне на самом деле очень приятно, что пригласили меня сейчас в новый день к вам в эфир. Для меня это честь, потому что город свой я люблю, и, конечно же, свой телеканал, и День молодежи в том числе, а мы кто? Мы молодежь. Таню, ти все життя не сидиш на місці, ти все життя прагнеш більшого. Чи є в тебе гасло в житті? Да, я считаю, как бы ни было банально, но нужно идти вслед за своей мечтой. То есть нужно верить, не то чтобы надеяться, нет, ни в коем случае, нужно поставить перед собой какие-то большие, мне кажется, цели, поставить перед собой хорошую мечту и идти навстречу ей, потому что если мы не верим в свою мечту, если мечта у нас небольшая, не безумная, что-то просто какие-то планы на завтра. Поэтому я считаю, что у нас есть всех возможность и да, есть возможность идти вперед. Слухай, от ти зараз у місті Нью-Йорк, радіоведуча, ведеш ранкове шоу «Не спящі», колега наша. Але у тебе тут на телебаченні, на телеканалі «Миколаїв» були такі неймовірні проекти, яких ще ні в кого тут, саме у нашому провінційному містечку, не в місті, не було. Це молодіжний клуб, місто 512, новий день, у тебе своє обличчя, свій день був. Скажи, будь ласка, які в тебе найприємніші спогади з тих часів? Найприкольніші, найпікантніші. Самые прикольные. Конечно, первое, что приходит на ум, наверное, все-таки гастроли цирка Кобзов, кажется, назывался вот так цирк. Это был такой тур по Украине, и у меня в гостях был дрессировщик со львом цирковым. Если все хотели в тот момент каких-то милых собачек, обезьянок, то я хотела, конечно, самый какой-то экстрим, потому что я люблю что-нибудь такое новенькое. И вот у меня был в студии лев. Для меня это, конечно, был тоже большой сюрприз, потому что я, естественно, боялась как нормальный человек. Но я помню, что самое интересное началось в тот момент, когда лев перегрыз свой поводок и начал гулять по студии. Вот это было, и это был прямой эфир. Я помню, он зацепил камеру. Помните, вот в этот момент зацепил камеру, камера пошатнулась. Я уже переживала за камеру, я переживала за оператора, потому что оператор-то все тоже... Я еще вроде бы как человек подконтрольный, была на виду у дрессировщика, а операторы ходили там где-то за камерой, следили за порядком, и вот я начинаю переживать, думаю, боже мой, сейчас сорвется прямой эфир, думаю, что это вообще будет такое? Ну, ладно, сорвется, если еще пострадает кто-нибудь... И лев отправился, у нас были такие телевизионные кабели, лежали на полу, он отправился просто их знакомиться с ними, грызть, наверное. Я думаю, все, это катастрофа, сейчас все закончится. Но, слава богу, закончилось все хорошо, дрессировщик все-таки молодец, знает свое дело, но это было очень, вот это было очень яркое событие, действительно, до сих пор у меня в телефоне фотографии с этого эфира сохранились, как раз новый день. Любимый эфир, поэтому, ребята, тот самый новый день. Я пам'ятаю, ми всі переживали за тебе, всі багато разів слухали цю історію і знову переживали, знову холоділи руки. І зараз я хочу... Самое интересное, знаешь, я переживала за... Я сидела, естественно, в юбочке или в платье, я уже не помню, женские такие детали, колготы капроновые. И тут, понимаешь, лев со своими когтями, зубами. Думаю, ладно, с ногой что-нибудь решим, если порвутся колготы в прямом эфире. А мы же все переживаем за, знаешь, за качество хорошего прямого эфира. Думаю, я буду сидеть с этой дыркой, это будет так некрасиво. Ногу спасем, а вот что делать потом с этой дыркой? Таня, ну це наша Тетяна. Бачите, Таню, ти ще не знаєш, а ми пригадали з нашим режисером іще декілька пам'ятних моментів. Я думаю, що глядачі їх разом із нами, із тобою також пригадають. Дивимося. Дні моди півдня України розпочато. Найстильніші люди Миколаєва зібрались саме тут. Будемо дивитись. Змагаємося.
змагання на кращого атлета Миколаєва почались. Поясню, це не просто якісь там дитячі іграшки, це команда Workout Style, яка відома майже зараз на весь світ. Переможець цього фестивалю поїде на чемпіонат України і по світу. Життя як сальса – гостре та мелодична. Одна сальсера видала книгу про те, що є частиною її життя. Про що ця книга? Подивимось про це зараз. Тут можна стати доном Корлеоне, тут палюють на Коза Ностра, тут грають в мафію. Таню, пригадали твою історію на миколаївському телебаченні. Ну просто ти не уявляєш, що я зараз відчуваю, як я за тобою скучила. А я ж то чувствую, так приємно. Слухай, у тебе є новий план. От, ти була телеведучою, це вже в минулому. Зараз радіоведуча у Нью-Йорку. Який в тебе далі план? Я о планах не говорю. Это моя вторая жизненная кредо, такое никогда не говорить о том, что планируешь. Ну, наверное, я буду дальше экспериментировать, я так думаю, потому что Нью-Йорк – это… Да, план есть. Нью-Йорк – это город возможностей. Нью-Йорк – это город встреч. Буквально на днях мой друг прислал мне с обычной, самой обычной выставки в Нью-Йорке фотографию с Дэнни Девито, потому что Дэнни Девито там гулял. И я вот тоже сейчас планирую пойти в понедельник. В понедельник будет… В понедельник будет выступление. Оказывается, в одном из кафе, в принципе, это такое событие, знаешь… Никто об этом не знает. Ни об этом кафе особо не знает. Это как-то не очень популярно. Но оказывается, в одном из нью-йоркских кафе на кларнете играет сам Вуди Аллен. То есть сам Вуди Аллен. Это джаз-кафе, да, сам Вуди Аллен. Это мировой режиссер, режиссер, у которого фильм получали на Каннском кинофестивале «Пальмовые ветки», и не одну «Пальмовую ветку». Это великий режиссер, и он просто играет на кларнете, вот ему в удовольствие это. Поэтому я думаю, что и туда тоже попаду, посмотрю. И вот в этом городе, конечно, не нужно ничего стесняться, не нужно ничего упускать, потому что такой, ну, это действительно, ну, в этом плане центр мира. И очень творческий город здесь, конечно, не только финансовый центр есть, но и люди, сумасшедшее сосредоточение творческих, талантливых, креативных людей. Таня, нехай в тебе все вийде, як ти плануєш, і навіть краще, ніж ти плануєш, навіть так, як ти не плануєш. І зараз ще одне питання, тому що у нас сьогодні от ми взяли за тему дня День солідарності молоді. І зараз хочу провести паралель із українською молоддю, миколаївською молоддю, тому що ти була у вирі цих молодіжних подій, вирі молодіжних течій, ти добре це знаєш, можеш проаналізувати, і американською молоддю, або молоддю Нью-Йорку, або загалом американською. Що б ти сказала? Чим вони відрізняються друг від друга? Чим подібні і молоді люди, угу. І чим відрізняються? Молодежь, от неї вот поки що ніхто нічого не требує. Родители выпускают в свободное плавание, и нет такого, как, допустим, мне нужно было 18 лет уже принимать серьезное достаточно решение, какое хочу получить образование, кем хочу стать в жизни. Я считаю, 18 лет – это фактически ты еще ничего не знаешь ни о себе, ты не понимаешь ничего в этой жизни, поэтому ты не можешь себя найти. У американской и европейской молодежи немножечко больше таких возможностей и не ставят такие временные рамки, что вот тебе нужно это и все. Поэтому они отдыхают, они смотрят по сторонам, у них есть такая возможность. У них есть возможность отдохнуть морально и понять вообще, из чего состоит эта жизнь и кем они хотят быть, то есть найти себя. Они более открыты в этом смысле, открыты для каких-то будущих планов, и у них нет вот таких пунктов, ой, не хочу поступать, допустим, получить это образование, я не верю в то, что я там, в то, что стану великим актером. Если он хочет быть актером, пойдет на актерское. Если он хочет быть певцом, будет пытаться, он будет петь. Потому что возможности есть, но мало ли заметит. Ну, не заметит, не заметит, все равно хоть где-нибудь будет петь, но без хлеба не останется. Ну, во всяком случае, найдет себя. У нас просто, я бы нашей молодежи посоветовала быть поменьше реалистами. Вот
в этом смысле это мешает. Когда ты идешь вперед, это мешает быть реалистом и думать, так, какие у меня есть возможности. Возможности, как сказал мне один психолог, говорит, возможности на самом деле у всех абсолютно одинаковые. Просто нужно найти их, найти эту дверь. Ну, и быть просто с открытыми глазами, смотреть на мир и идти вперед. В общем-то, не ограничивать себя ни в чем. Получается, получится. Ну, не получится, уже не получится. А если получится? Красиво, а если ви не воспользуєтеся можливістю? Таня, дякую за те, що ти зараз у нас на зв'язку. Таня, яка у нас різниця у часі? Котра це в тебе зараз година? У мене, ребята, поздно вже. Уже 12. Да, у мене вже полночь, поэтому кофе делать своє, я така бодра з вами, но вот так на ночь вместо вечірньої сказки я сьогодні болтаю з вами. Дякую тобі, що ти з нами на зв'язку. Бажаю тобі гарного, приємного продовження вечора, завтра гарного ранку, а ми будемо прощатися ще раз. Цілую тебе, обнімаю, люблю і сподіваюся, що зустрінемося. Тепер я буду мати мрію. Ребят, вы чудесны. Спасибо вам большое. Мне очень приятно быть снова частью нового дня. Очень много приятных воспоминаний нахлынуло. Я люблю телеканал «Николаев». Я его обожаю. Я скучаю за вами. И скучаю, конечно же, ребят, за вами, за своими коллегами, за своим рабочим местом. Я бы сейчас с удовольствием сидела с вами на диванчике и тоже здоровалась бы со всеми. Спасибо огромное. Мне очень приятно. Таню, дякуємо тобі за те, що ти знайшла часу так серед ночі поспілкуватися з нами, привітати наших глядачів, побажати їм доброго ранку. І я нагадую вам побажання нашої Тетяни Рубіс, нашої колеги, нашої красуні і колеги-ведучої. Отже, це мріяти, вірити в свою мрію і крокувати до неї уперед. Ми крокуємо далі, уперед у програму «Новий день».